Смотрите, какой я набор нашла. На самом деле очень класс, миленький. Что это, мам, такое? Помада? Вы под видео пишите, кто из какого города и из какой страны. И мы будем вас искать на нашей карте. Всем привет, меня зовут Маша. И сегодня мы приехали в большой торговый центр, где есть шкильный ярмарок. И это, как вы уже догадались, эпицентр. И поищем там необычную канцелярию. И если что-то увидим, вам сразу покажем. Я нашла рюкзаки с собаками. Ой. А это, кстати... Это, кстати, стиральная машинка там была. Хаски. Ой, еще собаки. Море собак. А смотрите, какие необычные ластики нашли. Зайчиков. А еще для мальчиков самолетик. А для мальчиков, да, вот самолетик и вертолетик. Тут еще ежики. И совушка. Ежики и совушки. Интересно, они хорошо стирают или нет? У меня когда-то были такие, они засохли быстро. Они быстро перестали стирать, да? Да. Это только для красоты. Ладно, не берем такие, но они на самом деле очень классные. Да. Круто. Да. А еще вон какие карандашики. Смотри, Маш. Что? Карандашики с вентилятором. У меня получилось так дунуть. Такие милые мордашки. Ой, собачка. А это свинка. Классно. Учителя, наверное, будут против таких карандашиков с вентилятором. Вот резиночка, смотри. Резиночка, пазл, слоник. Да. А вот смотрите, вот это как тоже. Конфеты. Да, прям и хочется съесть. Хам. Вот еще мотоциклы, резинки. Резинок больше всего красивых, вот необычных. Розовый. Это тоже мотоцикл. Ага. И машинки такие. Зеленые, синие, розовые. Мне вот этот слоник понравился, которого да, разбирать надо. Вот, Маш, смотри, какой наборчик резиночек. А вот еще необычные, смотри, резиночки. Лев, медведь. В этом году над резинками дизайнеры потрудились. Что это? Это необычная линейка. Она гнется вот так. Линейка, которая гнется? Да. Резиновая линейка? Да. Класс. Если она поломается, она не поломается никогда. Если она поломается, она не поломается. Это неубиваемая линейка. Девочка, хочешь скушать конфетку? Да. Ну что? Мне кажется, оно со вкусом резины, да? Да. Как жвачка. Вот такие вот резинки, как жвачка. А это что? Это что, спиннер-резинка? А еще смотрите, какие мы нашли точилки. Точилка автоматическая. Угу. И вот такая еще. А тут можно ее крутить, и еще тут компас. Вот сюда вставляешь карандашик, там он лезвие. Крутишь вот эту штуку. Только пальцы колесико, туда не засовывать. И у вас точатся карандаши. А только мне больше всего понравился вот этот стаканчик. Мне тоже. Миленький. Мне вот тоже эта точилка. Угу. Классная какая. Да. Вот такая вон есть. Коробка-точилка. И вот такой вертолетик. Италия! Резинка стиралка. Резинка Италия. Ну, Италию мы точно берем. Да. Вау, какие прикольные пеналы. Смотрите, какие классные пеналы. И резиновые. Резиновые пеналы. А внутри они, интересно, резиновые? Да, они резиновые полностью, кроме этой застежки. Резиновый разноцветный пенальчик. Да? Есть да. Вот такой еще розовый. Прям под цвет моего маникюра. Ярко-ярко-розовый.
Вот такой есть бирюзовый и разноцветненький. Супер, да? Да. Смотрите, какой я набор нашла. Тут есть 100 штук. Представляете, 100. И их можно удобно брать вот так вот. Вкладывать и брать. Вот такой вот огромный набор фломастеров мы нашли. Целых 100 штук. 324 гривны. Стоят такие наборчики. Что это, мам, такое? Помада? Помада. А что это за хайлайтер пен? Это что? Маркер. Маркер. 3 маркера помады. Круто! Хочешь губки себе подкрасить? Фу, это фломастер! Чем я крашу губы? Вот такие вот фломастеры мы нашли, помадки. А их тут можно открыть. Давай посмотрим, там один открытый был. Вот. Классно. Фломастеры, они не двигаются вот так. Супер. Супер. Ой, я забыла чехол открыть помадки. Еще я нашла супер шпионскую ручку. А как она именно выглядит и как она рисует волшебно, то есть пишет, покажу все дома. Все, ждите, эта супер ручка вам понравится. Да. То, что надо для школы. Да. Вот такие. Какие маркеры. Волшебные они, маркеры. Они меняют цвета. А как, они, как меняют? Они меняют цвета, я покажу вам дома, когда мы все уже распакуем. Мы нашли вот такие резиночки, которые одеваются на карандаш. И они стоят всего лишь 19 гривен. Нам такое не надо. Не надо? Ну ты что? Если карандашик без резиночки, там красивых зверюшек. Нет? Детская? Да. Ладно, не берем. А еще мы нашли много глобусов и карт. И в этом году мы с Машей будем изучать Европу. Да. Мы возьмем вот такую огромную карту Европы. Мы не будем изучать ее в школе, мы просто возьмем. Мы просто будем для себя учить. Да. Смотри, какие глобусы разноцветные. Да, у меня есть дом. Это знаете, что это глобус Украины? Глобусы Украины, вот придумали. А у меня зато есть... Да, глобус одной Украины. Это карта Украины. Карта Украины и еще. Вот, карта Европы. Это так что вы под видео пишите, кто из какой страны, и мы будем вас искать на нашей карте. Да. Давай, из пиши. Из какого города и из какой страны. Да. Пиши давай быстренько под видео, да. Пока мы тут ищем. А вот смотрите, что-то. Какая огромная карта Украины. Да, огромная. И тут вместе Европа. Да. Пишите, откуда вы. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал Наша Маша и Кана Милалана. Всем до новых встреч, пока-пока. И ждите второй части, продолжение. Распаковка. Да.